поделиться, чтобы вот такой проект состоялся. Так, кстати, здорово, что напомнили. Вот у Яночки, значит, пленер, вчерашний пленер был. Оказывается, практикуются пленеры, да, учениками художественной школы. И мы уже, будучи участниками пленера взрослых, именитых художников, известных художников, и нас, у нас записали наши номера, и мы, значит, на следующий год уже приезжаем туда давать мастер-классы на их пленер. Вот, вот здесь же сейчас лагеря есть, детские оздоровительные лагеря, да? И вот, мне кажется, идея будет одну группу из художников создать, из учеников художественной школы или выпускников даже, да, преподавателей художников. И вот одна группа, или отряд у них там называется, да, художники. И вот мы можем художники уже из Казани, других городов приехать, значит, дать мастер-классы, даже я готов быть вожатым, значит, в этом отряде. Мы вас заслуживаем, поймали.